Какой из вот этих населенных пунктов на вас произвел впечатление? Вот вы не ожидали. То есть у каждого человека какой-то вот образ, представления о том или ином городе. А вот что-то вас поразило? Да, у меня было несколько прям открытий больших для меня географических. Я вообще не склонна ни к какому географическому снобизму, мне про все интересно. Больше того, я всегда знала, что вот эти все, ну, шуточки внутренние по поводу того, что за МКАДом жизни нет там и так далее, они абсолютно лишены реальности, потому что как раз-таки за МКАДом она вся и начинается. То есть там все, что связано со здоровыми, нормальными человеческими отношениями, социальными коммуникациями там, с кофейнями, которые знают весь город, и при этом которые там не заоблачно драки. Ну, то есть все вообще здоровое, правильное, ну, там только начинается, потому что здесь все какое-то, ну, гиперболизированное, безумное и там сумасшедшее, непредсказуемое. И некоторые, ну, меня просто влюбили в себя. Например, Новосибирск – потрясающий город вообще. Если не жить в Москве и Питере, то жить обязательно в Новосибирске, мне кажется. Фантастические люди – спокойные, невероятно умные, эрудированные, такие, ну, прям дивные, все ужасно в курсе всего того, что творится. Больше того, гораздо больше времени на то, чтобы обдумать и прийти к какому-то выводу. Ну, то есть мне ужасно понравилось. Там, больше того, большая очень индустрия и книжная, и такая коммуникационная, что ли. Есть даже специальные кафе, где вот люди там приходят и книжки обсуждают. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».